have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Привет-привет! И мы сегодня с вами в Вайб-кафе. И, как вы понимаете, в Вайб-кафе мы с вами собираемся по определенным поводам. И сегодня у нас как раз такой повод. У нас так получилось, что только недавно прошел Хэллоуин. И, в принципе, год подходит к концу. Год был где-то тяжелый, где-то не очень. Все зависит от того, какие события происходили лично в вашей жизни. Сегодня же мы здесь, потому что у нас 500 подписчиков на канале. Это радостное событие. Мы хотели бы поздравить вас, поздравить нас. Мы рады, у нас все хорошо, все нормально. Спасибо вам, ребят, что приходите, что смотрите. Мы, в свою очередь, обещаем, что мы будем продолжать делать контент. По возможности хороший контент, по возможности его улучшать. У нас уже есть несколько проектов, которые мы собираемся запустить в ближайший месяц-полтора. Именно по улучшению, по разнообразию контента. Будем очень ждать вашего фидбэка, ваших эмоций, комментариев, впечатлений. Интересно послушать, что вы скажете. А пока что это некий такой майлстоун, который мы проходим. 500 подписчиков. Мы ждали этой цифры. Мы будем идти дальше, мы очень надеемся, что вы все будете с нами, мы надеемся, что вы приведете своих друзей, мы надеемся, что мы найдем новых друзей из новоприбывших людей, которые приходят к нам на канал. Мы всех ждем, всех будем угощать печеньками, кофе, контентом. Надеемся, что все будет хорошо. Так, кот, тебе слово. Я бы хотел вас всех поблагодарить, когда Фром рассказывает, что... какую грань вы передалили. Я бы хотела всех поблагодарить за все те часы, которые вы нас смотрите, за все эти года, дни, недели, которые вы нас поддерживаете и лайкаете наши видосы. Спасибо вам большое. Спасибо. Хорошо, ребятушки. Теперь мы сказали наше слово, но... сегодня на этом не закончится. Сегодня мы хотели бы также передать слово тем людям, которые работают вместе с нами, которые иногда остаются за кулисами. Их работа не так очевидна, хотя вы их тоже видите в наших видосах. Но все же бойцы невидимого фронта, я бы сказал. Да, сегодня хотел бы дать слово также им, что они скажут. Поэтому давайте, ребят, вам слово. Всем привет, я Сигма. По моему нику, я думаю, видно... какой я умный. Да, я с ними уже почти год. Являюсь модератором на данном Discord-сервере их. Да. Я отказался от сценария, хотя мне и предлагали. Я знаю, я умный. Вот. Короче. Что я могу вам сказать? Год был классным. Приходите на съемки. Не буяньте в Discord-сервере, иначе я вас замучу. А может и забаню. Я знаю, я добрый. Здравствуйте. Я создатель сервера Оладушки. Здравствуйте. Я создатель сервера Оладушки Корп. Если вы мне не верите, спросите у моей собаки. Я ничего не придумал, но спасибо вам всем за вашу поддержку. До свидания. Доброго времени суток всем смотрящим. Я Слакет, это куратор на сервере Оладушек. Ну, в общем, мне про себя больше нечего сказать. Спасибо тем, кто ставит лайки и смотрит видео с этого канала. И всем удачного просмотра.